Ну, что вы яйца даже не едите, да? Яички я вам положила, их уже не едите, да? Ай-яй-яй, а этот вчера вылупился, что сидит еще, вставать не может, да? Сидит еще пока. Ну, цыпушка, цыпушка с крапинками черными. Вот она. А вы бегаете, как тараканы, да? Ну. Вы мои маленькие. Маленькие, вот так вылупляетесь, вылупляетесь. Мамочка, как там вы живете? Где ваши цыплятки? Ну-ка, твои маленькие цыплятки. У одной голова была кривая. Выпрямилась, да? Выпрямилась. Все трое, как на подбор. Вот. Вот, больше там не вылупилось, когда эти цыплята вылупились. Пришлось твои яйца забрать в инкубатор. Вон. Белая курочка с черными пятнышками. Теперь твои цыплята там сидят. Я их боюсь тебе давать. Ты кого попало не принимаешь ведь. Ты даже одного заклевала ведь. Заклевала совсем. Я теперь тебе боюсь. Я тебе уже только проклюнутые яйца подкидываю. Даже цыплят не могу подкидывать. Вот так вот. Так. Вот они мои. Хорошенькие, маленькие, самые. То есть не самые, самые маленькие. Вон там сидят на кухне. А вот тут у нас кто? Тут у нас много их там. 12 их там. Ну, где твои цыплятки? Ну-ка я посмотрю. Ну, твои цыпляток. Вот они. Вот они, мои маленькие. Вот. Вот вы все моментально съедаете, да? Я уже не знаю, что вам давать. Он только дашь, через минуту ничего не осталось. Потому что у вас там целых 12 всяких. Всяких. И из-под другой мамы тоже, которые не понравились. Я их тоже тебе подкинула. Ты всех принимаешь, да? Ты у нас мамочка вот такая. Универсальная ты. Мамочка, да? Всех любишь, да? У тебя 12. Было бы еще, я бы тебе еще подкинула бы. Ты у нас вот такая. Вот такая ты у нас не гордая. Не гордая, не гордая. Вот тут у нас самые взрослые. Так, я даже открывать не буду. То вы можете выбежать даже. Даже выбежать можете. Вот. Подвергать стрессу не хочу. Я вас выводить то и дело. Вот она, мамочка, пришла. Она у нас заслуженная мамочка. По 3-4 раза в год садится. Ну, нынче уже хватит, наверное, ты уже в возрасте. Ты уже с этими понянькаешься. Хватит больше ей садиться. Не обязательно тебе. Вот, вырастешь. Ой, что ты там клюешься? Ах ты, вас мои маленькие делают. Вот. Вот. Один выпрыгнул. Я сама виновата, дверь неплотно закрыла. Один выпрыгнуть успел. Пока меня не было. И кошка поймала. Ничего, остальные все здоровые. Живы-здоровы. Вот. Вот мои орлы. Орлы мои. Ой, какие. И мама у вас самая солидная такая. Взрослая такая. Уже третий год. Опытная. Всем мама. А у тех мама, она мамой была. Все твои.
прошлогодние. Вот. Вот они, мои хорошие. Вот, давайте. Гуляйте, растите. Сейчас я вам еще травы принесу, еще я яичек дам.